Re, viss ēters ir te. Группа предприятий по управлению жилыми домами Севинити подверглась хакерской атаке с помощью вируса-шифровальщика под названием «Судина Киби», заявили сегодня в ЦРТ-ЛВ. Неделю назад «Русское вещание» уже сообщало, что хакеры, возможно, получили доступ к личным данным 30 тысяч клиентов предприятия. Теперь выяснилось, что они просят у Севинити выкуп. Реально похитили ли вы? Мы теперь это не можем, подтвердить, потому что проверка еще не закончена, да, и верить на слово мошенникам не нужно. Если они зашифровали все данные на компьютере, вы не можете их использовать. Если нет нормальных резервных копий, да, тогда фирма остается без своих баз данных, без тех записей, которые им нужны. Это главное, на что намекают эти мошенники. Согласно публично доступной информации, вирус «Судина Киби» обычно отправляют в электронном письме с вредоносной ссылкой, после нажатия на которую загружается zip-файл. Очень многие системы антивируса могут на него не реагировать, поэтому вирус можно сразу не заметить. В Севинити проводят внутреннюю проверку, были ли у предприятия резервные копии и какой выкуп запросили злоумышленники, не разглашается. Но в ЦРТ-ЛВ говорят, что в таких случаях, как правило, речь идет о нескольких тысячах или даже десятках тысяч евро. Севинити также готовит пояснение произошедшего для государственной инспекции данных.